необходимые для патрулирования. У нас стоит 4 камеры. Одна вперед, одна назад, и 2 влево, вправо, то есть, ну, максимально, чтобы охватить дорожный обстановку. Две рации. То есть, если, допустим, выезжаем на второй машине, на двух литров, человек месячный. На всякий случай мы здесь держим АПТС. Для малой шпины. Довольно может нам сказать продукцию. То есть как независимо, какая у нас будет своя цель. Качество топлива будем применять. То есть в интернете на форумах будут жалобы на эту заправку подходите. Мы туда выезжаем, берем пробу. И там уже на нашей у нас будет интерактивная карта, на которой мы поставим свою отметку. Либо она будет зеленого, либо она красного цвета. Зеленый, значит, заправка проверена. Красным. Ваше дело, но вы никуда не поедете. Жилетки, естественно, да, то, что были обозначены. А вот в магазине продается, поскольку оно прошло лицензию, такие же проверки на бензин, на качество бензина. Да. Это, то есть, ваше специальное? Нет, это же, вы понимаете, это же не лабораторный анализ. Да, это, так сказать, буквально вот экспресс-тест. Но вот сейчас вот эти... Только на этом реагирует.